Привет, зритель. Как тебе мой новый утюг? У меня так давно не было утюга, который с отпаривателем. Не поверишь, зритель, это такое счастье. Ну, будем считать, что все. Хватит. Закрываем. Водичку пока отставляем в сторону. Ну и если ты подписан на мой инстаграм, то ты это уже увидишь в инстаграме. Даже раньше, чем я выложу этот монтажик. Мы что делаем? Чтобы включить... Оказывается, там есть включение и выключение. У меня такого никогда не было на утюгах. Так, мы его включили в розетку. Мы его сейчас поставим вот так. Чтобы включить, надо нажать, повернуть на самый максимум. Короче, убрать софа, потому что как только я убрала софа, так загорелся огонек. Огонек прекращает гореть, как только нагревается утюг. Вот, утюг сказал, я готов к работе. Под одеяльник, в 4 раза сложенный. Один раз нажал на кнопочку, и мокрая глажка пошла. Чтобы не было пара. Да, когда он лежа, из него все время идет пар, если он на максималке. Чтобы не текло из дырочек, надо на низких температурах надо отключать этот пар и переводить его в кнопочку без пара. Уменьшаем пар. Выключили пар совсем. Выключили пар совсем, и пара нету. Вот даже на минимальном паре вполне себе все отпаривает. Моя многострадальная наволочка. Помнишь, зритель, я ее розовым отпаривателем отпаривала. Да, если вот на эту кнопочку пара нажимаешь, то из носика вот отсюда прыскается вода. Да, кстати, не обязательно переходить на пар, можно нажать на кнопочку прыскания пара, оно попрыскает тут все вам. И будет счастье.
Сейчас без отпаривания кладу, просто прыскаю. Отличная штука. Если вы не любите гладить, то приобретя такой утюг, вот прям полюбите. Паровой удар – это в вертикальном положении можно отпаривать. Если у вас нет, допустим, ручного отпаривателя, то можно использовать этот утюг и вот с этой клавишей. Во! Я в восторге, зритель, не знаю, как ты. Я думаю, что надо включить отпаривание. Я с ним разобралась. Если надо попрыскать, нажимаете на левую клавишу. Если надо сделать паровой удар, на правую клавишу. Чтобы пустить просто пар, переводите ходунок на максимум, либо, ну, допустим, на одну треть. Если надо сухую глажку, то отключаете пар вообще. Да, воду из него сливать надо. Смотрите, сейчас вот загорелось. Он снова греется. Он догрелся до нужной температуры, сказал: «Лёля, работай». Потом выключаете его, на off ставите, выключаете этот пар. Сейчас он у нас так выключен. Потом выключаете из розетки и ждете, пока он не остынет, чтобы его убрать. Шнурочек переплетенный. Он как бы говорит с тобой, зритель, из него еще немножко так пар выходит. Типа, как я тебе, зритель? Комплектация – это сам утюг и вот этот стаканчик мерный, с мерной шкалой. Тут до 200 миллилитров. Воду я использовала фильтрованную. Ну, в общем, что у нас тут заявляют производители? Утюг КТ-2601. Регулировка подачи пара и температуры, керамическая подошва. Вот. Он довольно легкий, кстати. Быстрый нагрев, действительно быстрый. Вертикальное отпаривание. Я его не пробовала, но верим на слово. Паровой удар. Мы его протестили. Система автоочистки. Защита от накипи и протекания. Вот такой обзор. Если ты, зритель, тоже хочешь утюг, потому что у тебя советская или мало ли еще. Ну, мало ли какая у тебя проблема, хочешь утюг, да? Если ты хочешь утюг, вот хороший утюг, мне очень понравился. Я искала по максимальным параметрам, чтобы вот, ну, все уже было, вот все, что нужно. Всем спасибо за просмотр и пока, хорошей глажки. Не забудь поставить палец кверху.